Привет, друзья! Вы на канале «Вкусные рецепты от Аллы». Сегодня поделюсь с вами невероятно вкусным и очень простым рецептом яблочных лепешек. Для этого рецепта я всегда беру 3 яблочки. Сначала нам надо подготовить яблочки. Поэтому я сейчас быстренько за кадром буду вот чистить от кожуры яблочки, а потом продолжим вместе с вами. Нам нужно заранее готовить карамель. Возьмем 4 полные столовые ложки сахара. 2, 3 и 4. Распределяем. И не трогаем, друзья. На среднем огне пусть готовится карамель. А я за это время займусь яблочками. Яблочки надо натирать на крупной терке. Наш карамель уже готов. Вот посмотрите. Я ни разу не перемешала, друзья. Теперь уже перемешиваю. Отправляю сюда кусочек сливочное масло. Это где-то 20 граммов. И все это быстро опять перемешиваю. Все хорошо перемешала. Отправляем сюда яблоки. Будем вместе обжаривать буквально 3-4 минуты. Огонь я сделаю максимум. Нам надо, чтобы огонь был сильный, друзья. Обжариваю, вот, чтобы испарилась лишняя влага. Буквально 3-4 минуты. Видите, какая вкуснота. Какой запах приятный. Яблочки у меня обжарились в карамели. Хватит. Выключаем уже плиту. Я уже выключила, друзья. В конце добавляем 1 чайная ложка меда. Все это быстренько перемешиваем, пока сковородка горячая, чтобы мед растаял. Яблоки у меня уже готовы, друзья. И мед растаял. Посмотрите, какая аппетитная. Я сейчас буду выкладывать на тарелку. Пускай чуть-чуть остынет, а я за это время буду делать тесто. Для теста нам нужно 2 яйца. Добавляем 3 столовые ложки сахара, 1 пачку ванильного сахара, 10 граммов, друзья. Все это пока чуть-чуть взбиваем. Масса стала чуть-чуть воздушная, добавляем чуть-чуть соли, чепоток, друзья. Отправляем сюда 2 столовые ложки растительное масло. Все, опять чуть-чуть перемешиваем. И добавляем теплой воды 200 мл. Сегодня у меня тесто без молока, без сметаны, друзья, как вы видите. Делаем на воде. Получается очень нежное и вкусное тесто. Чуть-чуть взбивала. Вот посмотрите, какой пен вверху стоит, друзья. Теперь добавляем муку и делаем тесто. Здесь у меня 300 граммов муки. Я 2 этапа буду добавлять. Друзья, посмотрите, как должно выглядеть тесто. Тесто у меня уже готово. Тесто в сторону. Яблочки за это время у меня уже остыли. Посмотрите, какие они аппетитные. Очень вкусная вот начинка получается. Сюда добавляем 1 чайная ложка соды. Все это хорошо перемешиваем и добавляем к тесту. Сейчас сода должна вот гаситься внутри. Уже пищит. Вот посмотрите, друзья. Отлично, как пищит, да? Да. Друзья, посмотрите. И чуть-чуть цвет поменяла. Теперь добавляем всю эту вкусноту к тесту. Все это хорошо перемешиваем. И наше тесто будет готово.
друзья, посмотрите, какой красивый карамельный цвет получается тесто. Тесто готово, идемте к плите. На сковороде наливала 1 столовую ложку растительное масло. Масло уже разогрето. Начинаем обжаривать наши лепешки. Возьмем 2 большие ложки. А потом ложкой формируем кружочек на сковороде, тоненький. Лепешки делаем. Вот так открываем красиво. Мама, ты только добавил на сковороду, а уже аппетитно. Пошел очень вкусный запах. А, запах, ну да. Друзья, обжариваем под закрытой крышкой. Буквально 1-2 минуты, друзья. Тесто очень нежное, обжаривается очень быстро. Будем обжаривать на среднем огне. Я закрываю крышку. Прошло буквально 2 минутки. Надо переворачивать, друзья. Ух ты, посмотрите, какая румяная. А запах какой. Это точно. Обжариваем. Теперь без крышки, друзья. Буквально опять 1-2 минутки. Каждый раз, когда обжариваем, опять наливаем 1 столовую ложку. Много не надо. Растительное масло. И продолжаем обжаривать. Лепешки жирные не получаются, друзья. Опять прошло 2 минутки. Переворачиваем. И обжариваем буквально 2 минутки, как обжарили первую, друзья. И достаем. Лепешки получаются очень нежными. Друзья, сегодня вместе с вами готовили карамельно-яблочные лепешки. Посмотрите, как выглядит. Они очень ароматные и вкусные. Из такого количества теста получается 7 хороших лепешки. У меня здесь 5 за кадром. У меня Мишка украла. Посмотрите, как выглядит. Они очень мягкие, нежные. Еще я люблю сверху растопила мед, помазать медом кушать или со сметаной. Или с разными вареньями. Да, дочка у меня любит разными вареньями кушать. К можно чаю. Как к чаю, как к кефиру. Да. Очень вкусно, друзья. Вот так складываем и кушаем. Сейчас еще покажу, как выглядит внутри. Друзья, посмотрите. Яблочки какие аппетитные внутри, видите? Вот карамельные яблочки видно внутри, как бисквит, очень вкусно получается. Нежная, прям вот посмотрите, очень нежные лепешки получаются. Попробуй, Дотя? Да. Держи. Сынок, ты тоже держи. Спасибо. Попробуй, я тоже. Я очень часто готовлю, друзья. Мы знаем, что это вкусно. Как всегда, мамочка, это объедение. Да, очень вкусно и нежно. Прям вкуснятина, друзья. Еще раз хочу показать. Мягенькие, как бисквит. А какие вкусные яблочки, когда попадаются. Смотрите. Получается. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Поделитесь с друзьями. Рецепт очень вкусный, простой, недорогой. Каждый может себе позволить. Обязательно попробуйте, друзья. Очень нежная. Видите? Спасибо, что вы были сегодня со мной. Оставайтесь со мной. Со мной всегда будет вкусно. Всем пока-пока. Пока-пока. Всем пока.